Разговор с абсолютом, глава 3. Хорошо, вот я теперь понимаю, что все изначально построено на благодарности. Но вот если человек просто забывает, или, например, ему элементарно лень выполнять столь простые правила, о которых ты рассказал. Есть много авторов, которые советуют множество способов саморазвития. Можно ли совершенствоваться без каких-либо последовательностей, заключенных в догму? Интересный подход. Благодарю тебя за этот вопрос, поскольку он действительно пришел от обратного, нежели то, о чем сейчас говорят повсеместно. В принципе, и мой совет, кажущийся таким простым, в исполнении могут делать совсем немногие. Давай порассуждаем на эту тему. В чем смысл самого бытия, твое мнение? Ну, я думаю, в развитии, в том, чтобы понять, зачем мы перевоплощаемся, достигнуть совершенства в гармонии с самим собой, а значит прийти к твоему свету и ощутить единение с тобой. Просветленные говорят, что в этом состоянии испытываешь непостижимое и неописуемое блаженство. Хорошо, я услышал. Скажи мне, девочка, можно ли идти по улице, постоянно испытывая оргазм? И захочется ли тебе вообще идти куда-нибудь? Думаю, нет. Соответственно, это состояние является пиком каких-либо действий. Но затем человек возвращается на круги своя и ведет обычный для себя образ жизни. Невозможно, поймав волну, лететь по ней вечно. Теряется весь восторг происходящего и превращается в обычную рутину. Для этого и существуют какие-либо установки и правила руководства к действию, чтобы, делая определенные процессы, достичь пика, и если это состояние станет казаться тебе обыденным, найти другие установки и таким образом подниматься по пути ощущений новых событий, которые ранее были недоступны. Только таким образом возможно испытать что-то новое. Другого пути нет. Можно ничего не делать, просто жить. И это также путь. Интересен он или нет, решать самому идущему. Ведь путь, который я придумал для вас, бесконечен. Поэтому, если тебе и в голову не приходит свернуть и посмотреть, а что рядом на поляне, или что там на горе, где лежит снег, или что за водопад шумит за деревьями, то это твой выбор, человек, который я оставил тебе в полной мере». Март 2023 года «Абсолют» приняла Оксана Камяна.